Как скрыть вашу сеть Wi-Fi из списка доступных сетей? Сейчас расскажем. Подключитесь к веб-интерфейсу вашего Кинетика. В разделе «Мои сети и Wi-Fi» выберите страницу «Домашняя сеть». В блоке «Беспроводная сеть Wi-Fi» нажмите «Дополнительные настройки». В появившемся окне включите опцию «Скрывать SSID». Сохраните настройки, нажав кнопку «Сохранить». После включения опции ваши и гостевые устройства не смогут подключиться к сети Wi-Fi автоматически. Вам потребуется заново настроить их подключение. Чтобы подключиться к скрытой сети Wi-Fi, на клиентском устройстве вручную добавьте сеть Wi-Fi, указав известное вам имя сети и пароль. Теперь ваши устройства будут подключаться корректно. Спасибо, что выбрали Kinetic.